вспомнил фильм я, «Легенда 17». Не видели еще? О Харламове. Отрывки видел. Отрывки, да? Честно, да. Ну, как, что вы скажете? Ну, во-первых, про Харламова что можно сказать? Только, знаете, это по-настоящему легенда, уникальный игрок был. Я застал его, когда он еще играл, так как я пришел в ЦСКА, мне было 6 лет, они еще все выступали, и Борис Петрович Михайлов, и Владимир Владимирович Петров. То есть мне повезло то, что я их видел живьем. Поэтому, естественно, уникальный игрок, и тройка у них была уникальная. Я говорю, мне повезло, что это же Михайлов, он потом меня и тренировал еще, то есть он был моим тренером. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».